Всем привет! И это Слава. И сегодня в этом видео я вам буду рассказывать удаленные баги и кличи в этой игре, то есть в экстве кадравик симулятор. Ну что, погнали! Первый баг, который я нашел здесь, он находится рядом со входом в лес. Баг в том, что здесь можно было залезать. Сюда можно было туда, ну, в невидимую стену залезть. Но, к сожалению, в новых версиях экстремкадравик симулятор уже, но нельзя залезать. Там уже нельзя залезть. Там. Сюда. Там уже поставили невидимость. Ну. Переходим к следующему багу. Следующий баг, который кто-то уже искал, он находится здесь. Прикол в том, что здесь можно было залезть на них сделать. Сейчас новая версия XMK-Drive Simulator. Здесь уже нельзя залезть. Сюда. Да. Следующий баг, он опять здесь находится. Всё, блин, да что ж такое, машина. Слушайте. Ладно, шутка. Вот, баг находится именно здесь опять. Здесь. Короче. Здесь есть Вот. Здесь нету места. Вот. Вот сюда залезаем. И все. Готово. К сожалению, этот баг сейчас на версии уже нету. Ну ладно, переходим к следующему багу. Следующий баг, который я нашел, он находится здесь. Что? Да. Да. За маму и у меня. Я не туда полетел. Все из-за мамы. Я сейчас пересниму кадр. Следующий баг, который я нашел, он находится под туннелем в аэропорт. Если нажать очень много, где мы на туннеле находимся, то вас сюда перекинет. Но здесь немного отгружается. Вот, та пропасть. Но прикол в том, что здесь никак не залезть в аэропорт. Вот здесь есть невидимая стена, которая нам не дает это. Но если по этой штучке ехать, все, мы упадем. О, ну и все, мы просто упадем нафиг. Вот. Я смог даже залезть на стену. Ладно, я вам расскажу. Ладно, я не буду здесь. Если не буду докатить. Поэтому переходим к следующему багу. То есть, сейчас этого бага уже нет. То... Сейчас в новой версии. Ну и ладно, переходим к следующему багу. Следующий баг, он находится здесь, рядом в лесной зоне, рядом с РП. Баг в том, что здесь можно было залезть в невидимую стену. В том, что здесь не было
Но начиная с версии 4.0.7, тут уже поставили невидимую стену. Тут показывал мне уже мой друг Данил. Да, если не знали. Ладно, переходим. Следующему багу. Следующий баг, это если вы ждали очень долго, что видео, это глич. Да, я вам буду еще и глич рассказывать. Удаленные гличи. Первый глич, который я нашел, это глич в том, что здесь заключается, что здесь можно было здесь залезть на текстуру зданий. Сейчас его уже пофиксили. Сейчас этот глич уже пофиксили. Да, к сожалению. Жалко. Ну и ладно. Это был глич, который был удален в старых версиях. Ну, если вы хотите о том, как пройти... Если вы хотите видео о том, как пройти трейл и где находится сам трейл, то набираем 5 лайк, то набираем 2 лайка, если вы наберете. И я снимаю видосик по эту тематику. Да, по этой игре. Ну, на это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Потому что аудитория смотрит меня без подписки. Срочно исправьте. Подписывайтесь на канал. И ждите нового видео. И это с вами был Денис Брой. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем пока-пока.